У меня тут такая мысль вообще возникла. Надо как-нибудь всем собраться. Я уже там, кого в реале видел, предлагал, да? И сходить всем, всей толпой, человек так 10, в Веретьево. Чисто так потусоваться, посмотреть что да как, потому что все-таки толпой интереснее. И я думаю, вы никто не будете против прийти-то сюда и затусить здесь. Так что давайте будем собираться и рванем все сюда. Я не знаю, что не знаешь. Могу лишь сказать то, что сейчас это Веретьево пойдем. Снова! Да, который это раз-то? Шестой у меня. У тебя. У меня шестой раз. У меня. У тебя. Четвертый или какой? Нет, у тебя третий. А, да. Ты два раза со мной был. Че угораешь? Вот на этот дом как его разобрали. Да. Мы же с тобой в нем хотели как полазить, да? Да, да. Но не успели. А тут уже вот такая рухлядь. Все уже. Ладно, пошли. Товарища укачало в машине. Идет пока невеселый. Не в этом. Оленьи остров. Да. Заменяем О на А и получаем очень смешную картину. Да уж. Все виды охоты запрещены. Посещение комплекса с собаками, разведение пикников, костров. Ау. Посещение комплекса с оружием. Оружие. Ну, у нас нет ни арбалетов, ничего. Проведение любых увеселительных мероприятий. У меня уже азарт. Пугать всех подряд. Да не, зачем пугать? Пугать мы никого не собираемся. Просто мне интересно, кто приехал там на машинах, раз машины бросили. Сейчас увидим. Ладно, что, давай. Сейчас это, переложим кое-что. И разберемся со всем остальным. Везде такое, почти уже лето, да? И тут такой кусочек. Опа, зимы. Кусок зимы. Ну чё? Ничего необычного, просто снег в почти конце апреля. Ничего необычного, идем дальше. Прямо это. Не вижу, а какая-то что-то похожее на лето. Относительно. Относительно похоже на лето. На очень короткую. Похоже. Так. Вот так. Могу показать, как он. Сейчас. Опа. Ты главное в лужу не упади. Вот тут вот маленькие черненькие точечки. Да я вижу. Это либо головастики по виду, либо это какие-то непонятные эти. Ну что, пошли. Теперь уже точно. Уж теперь. Компас пока это не вертится. Это не аномальная зона. Все понятно. Главное. Слушай, а мы не провалимся? А? А то сейчас пойдем. Да я уж сам проверю. Сплошняком. Да. Там вон муравейник вот за этим деревьям. Ну. И там, короче, на верхушке муравейника муравьи прям на друг друге реально стоят. И прям видно, что это все шевелит. Придется снимать очень с этой штуки. Да. Вот она у меня. Так, вон. В общем, попались нам сейчас вон интересные люди. То есть первый раз они ходили в Веретьево, говорят. Много впечатлений. Чего ты там нашел? А? Сейчас, подожди. Так, ладно. Ну, в общем, нормальные, приличные, добрые люди оказались. Чего у тебя там, сынуль?
Погнали. Ну да, нам самое главное сейчас вот здесь пролезть. Мы тут раз вон там проходили. Сейчас будем испытывать судьбу. А то еще, может, и не дойдем сейчас с тобой. В таких-то галошах. Так, так, так. Так, застряли мы посреди... На этом месте вот. Да. Слушай, как плохо без Софи палки-то, а? Что она сломалась-то? Конечно, у меня... Мне бы просто осталось. Да я уже знаю, где мы пойдем, вон там. Просто суть-то в другом. Как слышь, мы уже... хотелось бы это быстро пройти. Лезь, я в тебя верю. Видел, как я наступал сюда? И давай ко мне. Опа, прости, дерево. Деточку сломал. Давай сюда. Ну как? Нормально. Слышь? Здесь этот, пенек. А, это пенек? Да, здесь пенек. Вот, видишь? Шесть. Давай. Прыжок вверх. Ну как? Нормально. Зачет, зачет. Так, давай. Все, иди смело. А, ну все так просто. Конечно. Ну, так, что? Я уж снимать буду. Хочешь, снимай, иди. Опа. Сейчас вот дальше. Давай, держи. Сейчас вот дальше будет интереснее. О, да. И не факт, начинается, что мы пройдем. Хардкорщик, как мы пойдем через болото? Вопрос, как мы тут уже пройдем? Тоже. Ну как, дай сюда. Тоже наравне. Вот, видишь? Оп. Все, давай, теперь ты. Вот сюда бревна. Да. А вот дальше бревна заканчиваются. Ага. Конечно, заканчиваются. Ага. Чего ты мне паришь? Ну хорошо. Ты-то ушел, а я без кола как пойду. Ну, очень просто. На. Давай. Так. Опа. А мне как тебе телефон передать, чтоб не уронить телефон? А вот тут уже... Вот здесь вот уже вопросик. На, он снимает, так что можешь меня снимать пока. Ха! Нормально. Так, ребята, лайфхак, как ходить по болоту без резиновых сапог. Известно, да. Что в болоте. А в болоте-то что будет? Это еще уже... Здесь-то мы прошли уже. Болото это вообще отдельно. Тут глубоко просто. Да зацепишь нашими сапогами-то. Не переживай. Опа! Тут это... Что? Твердая почва. Так ты по этому бревну ходил еще когда маленький был. Ну. Опа. Да иди вон туда пока. Я сейчас тебя догоню. Мы это сделали. Без резиновых. Это жесть вообще. Без резиновых здесь жесть. Ну ты вообще хитрый, да? Ты уже там. Отсюда невозможно пойти. Да я знаю, что там не пройдешь. Ладно, иду к тебе. Опа. Что-то это, не видно тебе. Тень, наверное. Ладно. Да не, оно против солнца. Вот, сынок, добрый человек дал мне свой волшебный, как его назвать? Этот, походный посох. Да. О, купили себе лимонадик. Написано «Байкальский сбор». Чё может быть за 15 рублей там? Какой сбор? Сейчас попробуем. Если вы видите это видео, значит мы... Вернулись? Живыми. Ты криво снимаешь. Фигня, да?
Нормально. Такой этот, не сладкий, не кислый. Ну-ка, дай попробую. Такой, знаешь, своеобразный. Такой. Видишь, что этой штукой можно делать? Что? Смотри. Зачетно, да? У нас тут уже мини-привал. Как будто клюква, скажу честно. Ну, что-то похожее, я не знаю. Я не знаю, на что это похоже. Похоже на лимонад, разбавленный водой. Ну вот да. Этот человек, я так понял, какой-то священник. А может нет. Может просто он сказал, что он опаздывает на службу. Да? Вот смотри. Нет. А, вот так можно держать. Логично. В общем, кого не... Я знаю, а так если я держу здесь за ручку, еще больше руку видно. Ладно. Кого не спросишь там про Сашу, так и все. Какой Саша? Сейчас вот мужик, какой Саша? Я говорю, который в церкви живет. Я же, говорю, думал, это он так зарос. А он нам сказал, что Саш там вот с такой бородой. Ну, сейчас увидим. Ну, чего? Я могу сказать. Говорил до этого, ну, это же простенько. Пока не посмотрел вот сюда. А я тебе говорю, вон там надо идти. А ты что, сюда пошел тогда? Ну, так, посмотреть. Ты же первый что-то пошел. Не, ну посохом-то ты проверяешь. А все равно. Без резиновых-то не очень. Без резиновых здесь как бы... Ну а что делать? Вот. Сплава, вижу. Вот здесь. Ну ты же воду сбаламутил. Ну, он там он засел. Ну ладно, засел. Пошли дальше. Еще жесть-то оказывается только впереди. Сейчас там вообще же скач, там дорога разлита вообще по полной программе. Я не знаю, как мы там пойдем. Ну там-то вон дальше сплошь. Тоже себе кол делать, а то через болот я замучаюсь идти-то. Правда, он сухой. Да сойдет. Все? Да. Что могу сказать? А могу сказать то, что сейчас мы будем ходить в снежный биом. Да уж. Олени следы оставили. Ну-ка, сейчас. Вон, смотри. Большие следы, ты видишь? Ну уж точно, не человеческие. Есть, конечно, у кого. Ну вот эти, по крайней мере, видишь? Вот. Нет. Вон. Это понятно, что это человеческое. Короче. Я думал, мы тут не пройдем. А там лучше, чем... Я не знаю, с чем сравнить. Лучше, чем был. Пойдем. Сейчас я твою эту возьму. Угу. То есть, пойдем смотреть что-то. Там все досками устелили. Вообще замечательно. Теперь можно пройти чуть ли не в балетных тапочках. Вот это сравнение. Стоп. Мы тут наделали шестов, да, идти. А тут вся дорога чуть ли не асфальт. Еще лучше, чем зимой мы шли. Так что я думаю, если там дальше тоже доски лежат, то вообще шикарно. Так что
Пойдем, да. Вот свой-то этот не забудь. Да я не забуду. Да. А мы... Ну, в любом случае, смотри, если бы этих дощечек не было, здесь бревна сидели. Ну да. Да мне кажется, они знаешь, что их когда положили? Когда тут, наверное, совсем все залито было. Как бы да, прошли бы по бревнам. Теперь это, экзотика проходит потихоньку. Здесь уже скоро почти асфальт можно будет положить. Тут уже он, скорее всего, скоро... Так, я запутался. Короче, скоро мост сделать нормально. Да, да, да. Короче, в чем прикол? А вот эти вот дощечки называются проход в ванную, образно говоря. Сам посмотри, видишь? Вон они туда. Да я вижу. Ну что, идем дальше? Идем дальше. Это, что хотел спросить. А что вон там за перил-то? Так а помнишь ты через них сам первый раз, когда мы шли, мы с тобой вон там, в резиновых сапогах, перепрыгивали с кочки на кочку? Да, помню. Помнишь? Я еще тебя... Где-то вот здесь тогда. Ну-ка, сейчас. Прям чуть ли там это. Я ж тебя за руку, помнишь, так держал, чтобы ты никуда не делся. Ну да, почти дошли, слышь. Не, слушай, снимаешь еще? Там лужа еще, вообще жесть. О, я не понятно. Знаю, как мы пойдем. Я думаю, обход вон там. Но это не точно. Там, вон, видишь, бревна лежат. Но мы сейчас увидим. Сейчас мы все увидим, правильно? Я надеюсь, не мы понял. В кадр попадаем. Что-то не понял. Дорога уже идет ближе к это. Ну, нам к сейчас... юго-западу. Нам сейчас вон туда. Чего там дорога у тебя куда? Дорога уже идет ближе к юго-западу. Ну, а я тебе сразу говорил, будет это, в другую сторону вилять все. Погнали, курва. Ветка мешает, да? Помнишь, казак со своей девушкой... И собака у них такая была, серого цвета. Ну? А не помнишь тогда? Мы с тобой в резиновых лезли через всю грязь. А они в этих, чуть ли не в слепах, девчонка-то была. А он в кроссовках. И они прошли, говорит, мы сухие прошли. Он вот здесь где-то шел, он мне говорил. Мы, говорит, обошли все вот так. Сейчас вот здесь пойдем. Пошли. Ты где? Тут я. Обогатить. Ребята, мы это сделали. И без резиновых сапог. Ты где? Я тебя в кадре не вижу. Да тут я. Я буду снимать, я дома сейчас сравню потом. Ты выключил? Ну вообще шикарно, пошли.